Капитальный ремонт в Одесском Олимпийце в разгаре. Здесь заменяют покрытие манежа и старые окна. Подрядчики планируют выровнять бетонные основания пола, отремонтировать санузлы, водопровод и канализацию. Все работы закончат к 1 августа. Реконструкция в Олимпийце началась в конце 2018 года. За это время успели установить систему кондиционирования и вентиляции и полностью заменили крышу. Именно она была многолетней проблемой для спортсменов. Я там тренировался с 93 года в Олимпийце и просто с 14 года, как только занялся проблемой реконструкции Олимпийца, вот, ну, прошли мы через многое, и, как вы говорите, и дождь шел сильный, и раздевалки были в плохом состоянии, и сама дорожка была, не привлекала спортсменов для тренировок. На сегодняшний день то, что мы ожидаем, это будет... один из лучших манежей, наверное, в Украине. Чтобы спортивный манеж мог получить сертификат на проведение всеукраинских и международных соревнований, дополнительно нужно увеличить количество беговых дорожек с 3 до 4. Будет положена новая дорожка, произведена будет реконструкция. То есть у нас по кругу было 3 дорожки. В проекте запланировано 4 дорожки по кругу. То есть это даст возможность получить сертификат на дорожку и на манеж Олимпийц для проведения уже всеукраинских соревнований. Олимпиец получил деньги на продолжение реконструкции в рамках президентской программы «Большая стройка». Тендер на 98 миллионов выиграла компания «Одесстрой». Однако со временем сумму снизили до 87 миллионов. Но, как оказалось, денег на все материалы не хватило. Поэтому через год облсовет заключил еще один договор с «Одесстрой» уже на 22 миллиона 600 тысяч гривен.